милый вам день, вот эти нас. Пришла зима, друзья мои. Вот покупки на базаре сегодня таковые. Очень мало чего взяли. Вот зеленушка и все. Все есть. Вот смотрите, фрукты. Все есть. Так что надо есть то, что есть. А здесь у меня что? Здесь у меня курица размораживается. А я покажу сейчас, что я приготовила на ужин мужу. Он проголодался очень рано. Но у меня все готово. Куру, фасоли, пилав, мерчмир, чорба. Сегодня у нас такой день, не мясной. Каждый день нельзя мясо есть. А курицу на завтра приготовлю. А себе что готовлю, покажу. А я что себе готовлю? Решила приготовить голубцы. Видите, какие они у меня страшненькие. И я еще вот остался фарш. На баклажаны разрасходовала. Эти голубцы, знаете, какие? У меня я делала раньше фарш, и у меня остался при эти без мяса тоже, без мяса. Так что вот, что будет у меня сегодня на ужин. Ну и чёрбу покушаю. А здесь вот, покажу погоду вам отвратительную. Неужели к нам пришла осень? Вы знаете, как похолодало? С утра такой был ураган. Ой, не ураган, а дождь был. Эти зонтики все перевернулись. Я сюда здесь собрала вот так стулья. Андрей сейчас кушает и идет гулять. Покажу вам базар же сегодня, базарный день. Покажу вам люди в каком состоянии. Вот сейчас я почувствовала холод от плитки. У меня и на свете одеты тапочки теплые. Это мои соседи на балконе. Свет включен. Вот так у них на балконе. Вот у нас дождь был очень мало времени. Наверное, часа два была плохая погода. И похолодало. Уже невозможно будет стоять на балконе. Но я не верю, что будет... Не будет еще солнца и тепло. Ой, как холодно. Так хочется уюта, тепла. Никуда не хочется выходить по вечерам. Надо уже куртки одевать, наверное. Куртку одевать, когда мы будем... Буду на зумбу вечером выходить. Такая вот обстановка у нас, друзья мои. Естественно, забито сегодня, никого не разгоняет, да их не было, к вечеру появились. Вот еще один день из моей жизни прошел, подходит к вечеру. Замечательный день, несмотря на пасмурное небо. Желаю вам прекрасного настроения, мирного неба, мои дорогие, любимые зрители. И... Супер, спасибо, кнопка. Находится там, где три точки. Так что, может быть, для россиян в связи с санкциями нет таких услуг. А для других стран есть они. Всем добрый вечер, мои дорогие друзья. Сейчас я прочитала ваши комментарии, и вы пишете, что вы не видите кнопку. Супер, спасибо. Вот смотрите, под видео три, вот видите, вот три точки. Спасибо. У кого-то оно в телефонах. Супер, спасибо, у мужа моего так. Все, теперь смотрите, понравилось видео. Да, и вот, купить и отправить.
можно 10, допустим, 50, 20, самая большая стоимость 5000, вы понимаете, сколько? Минимум 10, вот, допустим. Затем купить и отправить. И вас перекидывает, видите, 10 ТР, берут какой-то налог и 8,47. Допустим, купить. Ой, не хочу сейчас покупать самой себе. Будет не то самой себе покупать. А ну посмотрим, как это будет действовать. О, вот, видите? С моей карты вот пришло все. Покупка подтверждена. А куда оно пришло, интересно? Видите, я сама себе послала 10 теле. Сейчас посмотрим, куда оно пришло. Доброе утро, мои дорогие! Физкульт, привет! Наконец-то я утеплилась. Бегу на йогу и на рисование. Вот у меня и коврик, все есть, но будем решать на месте, чем мы будем заниматься. У нас опять нет света, электричества. Но всем заранее отправили смски, что сегодня будет контроль какой-то Бакым. Ну, осмотр, то есть, проходить. Поэтому я спустилась пешком. Вчера была такая холодина. Ночью я никак не могла заснуть от холода, потому что я была совсем раздета, и у нас даже до сих пор не вытащила зимнее одеяло. Сегодня этим обязательно займусь. Кстати, обещают свет не дать до 5 вечера, поэтому даже возвращаться не хочется. На улице буду целый день. Ну, посмотрим, мой муж говорит, потом, может, погуляем. Погода замечательная. Ну и желаю всем прекрасного дня и хорошего настроения. И до встречи, мои дорогие. Вы знаете, так удивительно, странно, когда в Мерсине дождь. Сразу такая тоска. Ну, мне-то некогда тосковать. Я занимаюсь творчеством. Я занимаюсь спортом. Я очень многим интересным занимаюсь, бизнесом моим. Я очень довольна тем, чем я занимаюсь. Потому что бизнес у меня замечательный. Он ни к чему не обязывает. Мои инвестиции растут в цене. Я сейчас взяла перерыв, как всегда беру. Занимаюсь именно изучением нейрографики. Сейчас 25-го будет конференция. И опять вернусь в бизнес. Итак, заработала немного и все. Можно заняться другим. Четвертый год живу и работаю так. Такие жирнючие, откормленные, шумят. Как мы сейчас, девчонки? Соберемся и так же будем себя вести. Тут спокойные, а здесь главари, главари. Давно не виделись. Никого нет, я первая. И вот, Кусь. Пошли ко мне домой. Пошли ко мне домой. Друг мой. А ну к нему подойду, как ты. Друг мой. Пошли ко мне домой. А Деве. А, нереки Дерс. Домой, домой. Один ты? Иди к своим, иди.
они здесь живут, интересно. Их здесь воруют. На кости перешел. Мясо ест тоже, видите? Вы видите, он мясо ест. Может, лишь бы что-нибудь поесть. Тантуни, кости какие-то для собак оставил он. Правильно, молодец, не растерялся. Сегодня мы занимаемся нейрографикой. Какие у нас красивые рисунки. Вот, девочки некоторые впервые рисуют. Алгоритм благодарность. Благодарю Вселенную за все. Вы сами поймете, за что мы благодарим. За это. И вот эту Турцию прекрасную, которая нас приютила. Возвращаюсь домой. Света нет, Ашкем меня ждет. А мы так хорошо сегодня позанимались с девочками. Порисовали. Сейчас уже 2 часа. Скоро будет. Скоро наступит лунное затмение, мои дорогие. Ой, у нас какие здесь фруктики, видите? Плоды, наш дом. Наш дом. Благодарю Вселенную за все, за сегодняшнюю погоду. Когда у нас солнце, жить хочется. Посылаю всем вам этого тепла. Все, я побежала, чтобы успеть. Как меня мой муж ждал. Как зеницу ока берег. Ждал, пока Светлана его придет. Посмотрите, как я сделала завтрак. Яйца на сливочном масле. Много-много зелени. Это для меня. Ну, зелень кушать. Не поправишься. Кило алама Машкам было везде. Друзья мои, а у нас нету Света. А почему он отключился, интересно? Вы понимаете, что происходит? В нашем доме с утра нет света. С 9 часов. Это все из-за нового дома. Там есть, а новый дом тоже не освещается. Вот такие вот у нас дела. Сегодня лунное затмение. И как чувствуется оно, друзья мои, как чувствуется. Включила я лампу. Почему это отключилось? Интересно. Лунное затмение. Как действует на всех? Я сегодня решила не идти даже на зумбу, потому что надо воздержаться сегодня от каких-то передвижений. Видите, как темно, только с этой стороны светло. Воздержаться от передвижений, друзья мои. Возможно, травмы, все, подвижность. Я и мужа не пускала, а он все равно ушел на прогулку. У моих подружек сегодня весь день происходят какие-то курьезы. То одна обожглась чем-то. Я тоже к чайнику прислонилась с утра. То у одной подружки с ребенком сегодня что-то не то было. Ребенок капризничает целый день. До слез ее довел. У третьей раздражение сильное. Четвертая растянула мышцу на спортзале. В общем, у всех какие-то происходят курьезы. И лучше посидеть дома. Очень мощное лунное затмение. У нас такая была солнечная погода. А потом резко солнце спряталось. Где это, кстати, луна? Кровавая луна. Кровавая называют ее. Почему? Потому что она кровавая, красная вся. И идет и полнолуние, и затмение. Вот такие вот дела, мои дорогие. Только я снимаю, осталось чуть-чуть. И вообще останемся без света. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.